почему Соль прикольный район? История номер раз. Это пляжная набережная. Ты можешь прийти, искупаться. Здесь можно классно проводить время, ходить на пляж. И, пожалуйста, тебе не нужно никуда ехать. Здесь есть лежаки, есть кафешечки. Можно классно провести время. Вторая штука – это молодой район. Много новой застройки, хороший, качественный, больше квадратных метров. И самое главное, что именно в самих домах чуть больше различного фарша, типа хамамов, там сауны, спортзала. Что еще важно, это более тихий район. То есть, если мы говорим про университетскую улицу, там, типа, даешь молодежь, все тусуются, гуляют. Это прикольно, но туда можно за относительно дешевый прайс за 10 минут на такси доехать. А прийти в уютное, тихое, спокойное место, можно выспаться, это очень классно. А третья важная штука – это соседи. Здесь достаточно большое количество очень дорогих жилых комплексов, где квартира начинается там, типа, 5 миллионов лир. Это означает, что у тебя не будут странных персонажей, и тебя, в принципе, будут окружать там, состоятельные, приятные люди. Еще здесь достаточно интересная застройка в плане того, что здесь чуть больше интервалов между домами, чуть шире улицы, чуть просторнее и намного приятнее, комфортнее находиться. В общем, на мой взгляд, Соли – это оптимальный район с точки зрения доступности основных мест, качество застройки, то, что предлагает застройщик внутри жилого дома, с точки зрения соседей и с точки зрения ценника. Поэтому для меня это оптимальный выбор.